Блогер Нина Дюкова обращает внимание властей на состояние цветочных клумб по проспекту Ленина. Они, пишет автор, превратились в абсолютно неприглядные высоченные заросли сорняков. Амброзии и подобные ей вредительские растения слишком уверенно заняли здесь явно не свои места. То же самое и в других районах города. Неужели это так и должно быть, вопрошает Дюкова. 70-летние ныряльщики проходят скраб-процедуры. Под таким заголовком опубликован пост в блоге «Теплосамара», принадлежащий Волжской ТГК. На территории Самарской ГРЭС началась реставрация известного старого фонтана со скульптурами ныряльщиков. Троица бетонных мальчишек была установлена почти 80 лет назад. И за это время она, очевидно, ни разу не подвергалась профессиональной реставрации. К настоящему моменту купальщики совсем потеряли былой физкультурный вид. Планируется, что реставрационные работы будут завершены в течение 2 месяцев. Конец поста.